ну, некоторые забавные вещи. На самом деле, еще есть, короче, дикий прикол, который игроку в магию вообще непонятен. Когда... Тут, у нас тоже здесь есть приоритеты, да, например. Так сказать. То есть мы кастуем спелл. Оппонент кастует спелл. И так далее, да? Забавный момент, что когда у нас начинается фаза атаки и блока, точнее именно, то там нет приоритета. Кто первый сыграл, тот сыграл. Попробуйте посмотреть, внимание. Это будет очень странно. То есть во всех у нас есть, мы ходим, оппонент отвечает. А когда фаза атаки блоки, блока, у нас нет этого. Там кто вперед, тот и молодец. Нет, это не тертаксин контроль опять. Это не тертаксин контроль. Че он там на халяву сейчас уже будет нас нитротаксин? Че, у нас никакого прессинга нет, нас сейчас просто убьют. Ха-ха-ха. Еще вылез сейчас дядька. Вот, за 2 маны 10-10. Нет, на самом деле, 13. Если ты атакуешь, ты можешь вперед юзануть. Да. Можем сыграть, проверите просто. Ну вот давай сейчас просто этот. Я доиграю игру, просто кинем дуэль. У нас будут фаст-сплы. И мы просто в фазе атаки найдем и не будем кидать. Если я конкретно ничего не путаю. Сейчас попробуем, погодите. То есть нам взять какую-нибудь надо агру, у которых есть поторчу. Да, не, не всегда. Но там момент просто интересный. Сейчас попробуем посмотреть. Доиграем эту игру? Блин, блестяшка, не так трактен. Вот чувак вообще. Вот вроде так. Насколько я помню, я про это читал. Есть, кстати, отличная вещь, но она на английском. Есть правила игры. Есть отдельный проект от Neon Blade. Неофициальные правила игры. Здесь как раз сидят у нас там в Дискорде есть отдельный канал и так далее. И люди сидят и все тестируют. Все эти механики, которые неявные, они прописываются. То есть, если вы хотите... Закрой дверь. То есть, если вы хотите, почитайте эти правила, можно все это найти. Там очень много таких моментов интересных. Вот, то есть в этих правилах там есть очень прикольные вещи, как все реагирует. Там люди просто сидят, тестят отдельный канал, они все это делают, все проверяют. Можете им отписать, они оттестят, там поменяют правила. Вроде я там это читал. То есть бери Раканг, самый простой, наверное, Раканг. Там фастпылов, ну короче, и Квина тоже фастпылы там есть. Сейчас вот я просто вспомню момент, какой из них. Какой из них. Да бери любую Ракану, Квину, неважно. В Ракана раскачки молнии.
Нет, это немножко другой серп, это да. Хотя... Это именно это. У тебя после... Это ты про фазу говоришь, когда у нас... Во-во-во-во-во. Так, а чё там это не получается? Блин. Так, блин, ну чё такого? Пу. Так, что-то он прям у нас не берет. Во, то есть просто выставляем крич и ждем, пока у нас будут у обоих фаспелы на руках. Вот у меня один фаспел есть. Я просто кипну руку с фаспелом. Ты также, давай. Конечно, тут немножко задержка, но на стриме не так уж много. А, блин, только у меня летуны. Это проблема. Ну, сейчас дойдет. Просто выставляемся. Вот, 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 как раз я про то и говорю. Нет, ты зайди в этот, в стим, этот. На стрим-то зайди. Вот, я про это говорю как раз. Серп, что... Как раз, когда у нас все это, у нас... Вот, у меня сейчас есть этот. Короче, у меня сейчас есть фаспел. Ты мне просто скажи, есть у тебя фаспел или нет. То есть ждем, пока у тебя не будет фаспела. У меня он уже есть. Ни у кого. В том-то я пытаюсь это сказать. Сейчас мы проверим это. То есть надо дождаться, пока у него будет фаспел какой-то. И мы сможем начать проверять. Да-да-да-да-да. В том-то прикол, что ты можешь первый дать, а тебе в ответ дадут. Не, погоди, мы ждем, пока у него это... А, все, смотри, короче. Тогда я начинаю... Сейчас, пока там 10 секунд задержка будет... Смотри, сейчас будет 10 секунд задержка. Я иду, когда в следующую атаку, например, Онироненом, ты блокаешь Онироненом. Мы пропускаем. Смотри. Я иду в атаку Онироненом, ты блокаешь Онироненом. Я нажимаю подтвердить, ты нажимаешь подтвердить. Блокеры назначены, и у нас будет фаза боя, правильно? Соответственно, у нас мы оба можем сыграть. Смотри, давай первый раз. Я иду в атаку. Ну, на следующий ход ты когда видишь... А, сейчас, я иду в атаку. Я хочу... Ты прокидываешь первый спел, либо я. Давай, блок моего Онироненом. Блока сейчас Онироненом, фаз пылы не играет. Именно надо фазу блока дождаться. Когда ты уже отблокал все. Не, приоритет есть, но тут немножко другой. Вот, ты поблокал. Теперь у нас идет сейчас... Подтверждай, что блокеры назначены. Теперь ты можешь играть в фаспел? У меня горит континио. У тебя горит сейчас континио? У меня сейчас... Я могу сейчас сыграть в фаспел, и ты тоже можешь сыграть в фаспел именно после блокеров. Ты можешь прокинуть, и я могу прокинуть. Кто вперед прокинет? Я могу сейчас сделать, ты можешь сделать. Я атакующий, ты защищающий. После назначения блокера у нас одновременно мы можем выбирать. И я, и ты. Я тоже могу сейчас прокинуть фаспел, и ты можешь прокинуть фаспел. То есть я могу в ответ на твой, но сейчас именно тот момент, когда у нас одновременный приоритет. И тут кто вперед кинет. Вот мы до него дошли. То есть мы можем кинуть оба, и он это подтверждает. То есть он не в ответ на мой спел, не я в ответ на его.
Могу кинуть я первый сейчас. А в следующий раз он кинет первый и все зависнет. Сейчас у него уже окно на розыгрыш моего спела. Ну, именно в той ситуации, после того, как блокеры назначены, вы одновременно играете. Вот про это я пытался сказать. Что если вы просто так играете, вы играете в ответ. А вот именно в этот момент, и вот в этих правилах написано, вот такая вот... А если бы он вперед прокинул торч, я бы ему в ответ кинул плюс 3, плюс 3. Нет, в том-то и прикол, что здесь я первый сыграл сейчас спелл, а мог он первый сыграть. Хотя все время есть порядок. А в этом моменте нету порядка. То есть если до фазы назначения блокеров, там есть порядок. Когда уже атакующий и блокеры назначены, уже одновременное. Вот именно в этот момент. То есть если после назначения атакующего до блокера, он прокидывает. А мы уже назначены. То есть фазы немножко отличаются. Фаза блокирования, а тут фаза начала боя. Поэтому если в этой фазе очень сложно, вы можете поторопиться сыграть, а вам в ответ прокинут. А можете немножко посидеть и дождаться, пока оппонент кинет, его попробуйте поймать. Это вот единственная такая фаза, где такая непонятка. Именно когда блок уже назначен. Да, весь прикол, что да. Что в магии ты знаешь, что ты сейчас у тебя приоритет. То есть ты первый кидаешь, противник отвечает. А здесь нету. Вот именно когда блокер назначен. То есть когда ты назначаешь, он еще не поблокал, он может в ответ тебе кинуть. И он точнее кидает, ты в ответ ему делаешь. А тут оба назначены. Не-не-не-не-не. Он в стек лег, я сыграл 3-3, он в ответ торч. Торч разрешился, убил. Вопрос в том, что мы могли одновременно сыграть. То есть это такая ситуация, когда мы можем одновременно играть фастпела. Не я вперед, не он вперед. По правилам, а кто вперед прокинет. Да, тут уже играет стек. Но проблема в том, что одновременное действие — это вот единственная стадия в игре, когда есть одновременное действие. Обычно мы всегда ждем. Оппонент сыграл, мы ответили. Мы сыграли, оппонент ответил в этот же самый стек. А тут нету первого. Да, тут это другая вещь, это уже стек. Вопрос, мы тут как раз разговаривали. Нет, конечно, да, кто ответил, да. Потому что ты качаешь существо, существо умирает, раскачка пропадает. Это все понятно именно. Это как раз на этом все ловится. Это чисто трики. А, Спуви, ты же не из магии пришел. Да, потому что он пытается качнуть. То есть мы как? Мы накладываем спелы. Я играю спел, он играет сверху спел. Я могу сверху третий спел сыграть, он четвертый. А это все мы кастуем спелы. То есть они у нас как бы в стек кладутся. А разрешает все в обратном порядке. Тот спел, который сыграл последним, он влияет на игру первым. Вот пик, не знаю это, баг или не баг, это... А мы не знаем, что закладывали разработчики. То есть, например, нигде не написано, ну, написано в этом, что оружие, например, у нас работает. Не, Гер не в этот. Смотри, когда он ответил торчом на мой Finest Hour, уже работает у нас обыкновенный стек в магии. Это все понятно. Вопрос в том, что у нас была ситуация, когда я мог первым кинуть торч, Finest Hour, а он мне... ответить торчом. И была ситуация, это же момент, он мог кинуть торч, я ему ответил Finest Hour. Вопрос не в том, что как они разрешаются, а в том, что в этот момент есть окно, когда мы одновременно можем играть. Других ситуаций нету. То есть обычно, когда, например, до блока ты там кидает там защищающий, ты в ответ делаешь. А здесь именно единственная ситуация, когда у вас одновременный, если брать языком Мэджика, одновременный приоритет в быстрых спелах, когда назначены блокеры. Не, на самом деле, разработчики в этой игре — это очень известные игроки Луис Скотт Варгас и Патрик Чапин. Это про-игроки магии, которые находятся в зале славы магии. Луис Скотт Варгас — куча про-туров гран-при. Патрик Чапин вообще один из самых крутых теоретиков в игре. То есть они магию знают намного лучше, чем мы с вами, эти люди.
Не, как раз херб не так же. Там кто-то должен пасануть. В магии всегда есть приоритет четкий. Да-да-да. То есть в магии всегда четкий приоритет. В магии в каждой фазе боя есть приоритет у определенного игрока. Он всегда. Пасуешь ты, не пасуешь, это все переходит. Приоритет есть всегда. Ты спасовал, но ты спасовал. А здесь я не спасовал, я ему не отдал. Он не спасовал. Здесь одновременный приоритет. Вот эти тонкости, это... На самом деле можно на этом погореть, если не знать. И вот в этом как раз гайде это все написано. То есть все такие очень моменты, если вы знаете английский, обязательно прочитайте этот гайд. Вот, то есть LSV и Патрик Чапин разработчики этой игры. Причем с Патрик Чапином я несколько раз и в ранкеде катал, а LSV катает только драфты. И стримит иногда эту игру. То есть они разрабы отвечают за механику в команде разработчиков. То есть они понимают магию намного лучше, чем мы все вместе взятые, каждый из них, я так думаю. То есть недоработка это, либо вот эта фишка такая, мы не знаем, потому что все-таки это не магия. Они берут за основу магию, но привносят свое. Поэтому нельзя говорить баг, не баг. Нельзя сравнивать с магией, она похожа, но здесь есть тонкости.